Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Но, как многие сказали, лично из моих знакомых, оно не очень интересное и даже совсем не интересное. Но вот зато то, что будет на следующей неделе. Но об этом в конце видео. А сегодня у нас добавили новые предметы в магазин одежды, который... пурпурный пони, который находится в ТЦ, поэтому сейчас мы отправимся именно туда. Кроме того, что нам добавили очень интересные комплекты одежды, нам также добавили несколько аксессуаров для лошади, комплекта Контр-Эллы, как кажется, так она называется. Потом нам еще добавили три новых прически, точнее нет, это старые прически, мы их уже все знаем, короткие волнистые волосы, но нам добавили три новые просто супер-мега-пупер яркие расцветки. И я, наверное, даже возьму одну из этих причесок, посмотрим. Так, значит, давайте посмотрим вначале, что добавили для лошадей, простите. Так, по идее, там... Вот, да-да-да-да-да. Нам добавили сумку, которую, как всегда, неудобно смотреть, где она есть-то вообще. Ну, в общем, вот так выглядит сумка Контр-Эллы. Потом добавили вот такие перья и перья на хвост. Кстати, у меня есть такие перья. Они раньше давались, по-моему, за какие-то коды. Или в честь какого-то праздника. Нет, какие-то коды были, и нам давали перья. Да, нам давали вот эти перья на хвост и на голову. Кстати, смотрите, стоят они по 1500, то есть, в принципе, нормально, ну, недорого, мне кажется. И что вообще они... Вообще они, кстати, стоят то, что они вообще стоят СК, потому что обычно все эти аксессуары на лошади, они стоят они стоят не СК, они стоят шиллинги. Вот, нам добавили это как это так? Несмотря на то, что нас выкинуло, я зашла вновь. Хотя непонятно как, потому что на сайте написано, что сервера не активны. В общем, нам добавили комплекты, благодаря которым можно собрать что-то типа костюмов русалок, но для меня это лично костюмы... Аквамена и Очкарика из Спанч Боба или просто Аквамена из Аквамена, да. В общем, вот такие очень милые мальчики на самом деле, они очень такие нежненькие, но было бы, кстати, очень классно, если бы разработчики сделали так, что вот эти ракушечки, хотя бы они были бы рельефные, слегка выпирали узорчиком, было бы тоже очень мило. Вот таких четыре цвета: голубой, розовый, фиолетовый, зелененький. И вот такой черный есть. Вот мне черный больше всего нравится, но покупать пока не буду. Вот такие штанины. Я даже лучше переодену ботинки. Вот такие длинные штаны. Знаете, мне кажется, просто ССО взял пример с недавнего дополнения Sims 4 «Жизнь на острове», или как-то так она называется, где добавили русалок в очередной раз, да. И вот там вот очень похожие текстуры хвостов, и мне кажется, это просто слизано оттуда. Но, кстати, мне очень нравятся эти штанины, вот эти вот именно с плавниками. Вот этот черный тоже, кстати, классный, но вот эти вот плавнички, они такие прям суперские просто. Вот такие ботинки. Когда я увидела фотографии в первый раз, мне показалось, что там не ботинки именно, а именно плавники. Я думала, мне показалось, и да, мне на самом деле показалось, и это даже обиднее. В общем, вот тут даже жемчужинки у нас есть на ботиночках. Какие же черные классные. Прям... не могу. Вот что мне больше всего интересно, так это вот эти ушки. Это классно. Но я бы еще посмотрела, как они выглядят без прически. Но имеется в виду, просто у меня очень объемная прическа, и она много чего загораживает. Я бы хотела посмотреть на все более приближенном виде, но не могу. Или могу? Но нет, все равно не видно. А так, в принципе, мне кажется, классно. Вообще, мне кажется, разработчики идут к какой-то такой идее, что в будущем, благодаря аксессуарам,
мы сможем создавать себе там руса... ну, вампиров уже можем, мертвецов гейш тоже можем, значит, русалки, оборотни, вампиры, потом что-нибудь еще, какие-то дриады, ну, в принципе, это все. Но я думаю, вот к этому все идет, потому что, в принципе, мир у нас и так. Юрвик магически непонятливый и все в этом прочее. Так что посмотрим. Так, макияжа нового нету. Я просто так чисто зашла проверить. Ай, новые прически! О, как это классно! Просто посмотрите, какой приятный перелив. О, мне нравится. Мне очень нравится. Да, это старые прически, это обычные прически. Ой, я прям даже не знаю, мне все нравятся. Ну, нет, наверное, мне больше всего нравятся вот эти вот две. Классно, мне очень нравится. Очень-очень-очень нравится мне. В будущем куплю я их себе, но не сейчас. Да-да-да-да. И да, кстати... Раз уж я в начале видео об этом заговорила, то давайте заговорю об этом сейчас, пока мы едем, кстати, к следующей точке нашего обновления. Это Южное Копыто. Следующее обновление на следующей неделе это будет обновленные андалузские лошади, и они шикарные. Они просто очень шикарные, очень классные. Я думала, что я все-таки когда-нибудь куплю светло-серого лузитана, и он будет как бы у меня в душе вместо андалуза. Но, ё-моё, вот уже на следующей неделе у нас будут новые андалузы, и я просто... я не знаю, какого брать, они там такие классные, вы можете уже в интернете найти спойлеры. И это просто что-то с чем-то... Если вы посмотрите спойлеры, у них очень классная свеча. Это прям вот, это та самая свеча, которую... Не просто дыбы, а именно свеча, которую лошади тренируют просто на протяжении недели. Это... У меня лично челюсть отвисла. Я когда прочла, что у меня ребята написали, что... Посмотрите видео, у них просто очень божественная свеча. Я вначале думала, что в ней может быть такого, ну ладно, окей, проверю, я посмотрела, и у меня просто глаза выпучились, и челюсть отвисла, насколько она у них классная. Вот, и еще видео, правда, я не увидела, я видела фотографии, что у андалузов фирменная фишка своя будет на пробел, это испанский шаг, но я так и не поняла, они несколько шагов будут делать именно испанским шагом, или чисто стоя, просто одну ногу возьмут и вытянут, это я пока не поняла, потому что видео я не смотрела, не искала, а просто видела фотографии, и там был испанский шаг, это просто, ой, я хочу этих лошадей, просто... Если раньше... Да, кстати, ненавидьте, не ненавидьте тех людей, у которых дофига лошадей, потому что просто у них есть возможность там оплачивать себе скам. Они работают, может быть, как и я, и они могут себе это позволить. И, ёлки, буквально год назад, когда я только-только начала играть, я мечтала себе купить нескольких хафлингеров, скупить практически всех мустангов и... кого-то еще я хотела себе скупить. Ну, в общем, это лошади второго поколения. Второго-третьего поколения. И сейчас уже появились новые лошади. Я хочу их скупить, но думаю, елки, мне же нравились те старые, я же их так хотела. Есть и смысл их скупать. В общем, это страшно, да. А так мы уже поехали, кстати, к следующей точке нашего обновления. Это гонка с Мэдисон и дикими лошадьми. О боже, какой же ты прекрасный конь. Какой же ты классный. Вот такого коня бы я хотела себе. Он так классно ночью светится. Ты читала последний выпуск «Рыцаря и Унистрии»? Классно было, когда Азура раз, а потом Эклипс. Та-да! Ха-ха-ха! Я читала эту историю Найдасту. И он не хочет в этом признаваться, но он так испугался, когда появились злобные гарпии. Я сказала, чтобы Найдаст не боялся, потому что если гарпия
попробует приблизиться к нему, то я обязательно его защищу. В общем, Найдас теперь тоже хочет стать хрустальным единорогом. Я ему сказала, что для этого нужно многому научиться, ему следует тренироваться с дикими лошадьми, потому что они на самом деле замаскированные космические лошади. Чего? А, ну ладно, все понятно. О, Дарья, тебе нужно к нам присоединиться. Ты самая быстрая наездница из всех, кого я знаю. Ездишь со скоростью света. Ты с нами, поможешь нам в тренировках, чтобы мы стали рыцарями у Нистрии. Ой, кстати, нам... Чего? Лента гонки Мэдисон. Да, окей, конечно. Что мне стоит пробежаться с вами? Давай! Ой! Ой-ой-ой. Ой, это было неожиданно. Кстати, у меня теперь, когда я вижу каких-то диких лошадей, ну, в общем, каких-то NPC по заданиям, я всегда теперь всматриваюсь, потому что никогда не знаешь, может быть, ты бегаешь, думаешь, с обычными дикими лошадками, а тут выясняется, что какой-то масти, к примеру, нету. Ну, здесь такого вроде бы нету. Давай, ёлки, обгоняй, последняя осталась. На поворот. Ну, вообще, да, весело очень. И все такие маленькие валийские пони, а я такая тут на Андорла. Ой, господи, мне стыдно, я забыла породу. Ты кто? Ахалтикинец. Ой, я проехала. Заболталась. Да, извините, я забыла породу, давно не заходила, не читала именно породы, и в итоге стала последней по скачкам. Надеюсь, тут не нужно именно побеждать и выигрывать, и занять первое место. Потому что это типа задание придется заново начинать. Давай! Давай, лошадка, не отставай от нас, я верю! Мы все должны стать чемпионами! А где Мэдисон? Ничего себе, она ускакала. Значит, он, по-моему, лошади уже настолько... Да, он настолько убежали, что я их просто уже не вижу. А у меня подковки, кстати, обычные, по-моему. Ай, ну ладно, ладно, переживем. Ну, в принципе, мы уже... Все, финиш, по-моему. Нет? Все, финиш. Условие выполнено. Нет, я должна была стать первой. Да, я ты с легкостью смогла стать рыцарем. Однажды я смогу ездить верхом так же быстро, как ты. Да, особенно если не будешь болтать во время езды. Так, снова можно принять участие в этой гонке. Вы получите 50 шиллингов и 125 опыта для лошади и 20 к репутации южного копыта. Кстати, если что, эта гонка действует всего неделю, поэтому если вы хотите прокачать себе немножечко репутации с южным копытом, так как, возможно, у вас так же, как у меня, нет задания, о, девушка на такой же лошади, как и я, то советую просто вот бежать сюда, выполнять все эти скачки, качаться, потому что, ну, как видите, у нас всего неделя, у нас всего 7 дней на это, в принципе, дело, действие, скачки, прокачки, поэтому... Да, поэтому срочно бежим и прокачиваемся. А так, все, я рассказала абсолютно про все, что было добавлено в этом обновлении. Имеется в виду то, что добавили разработчики. Официально сообщили об этом в новостях на сайте. А так, мы все уже давно знаем, что есть много всяких вещей, персонажей, NPC, которые добавляются, и разрабы об этом просто молчат. И в какой-то момент вы приезжаете мимо какой-то местности, и там может, как между Муром и Фурпинто, стоять девушка без имени, без всего, и неизвестно, зачем и откуда она вообще там стоит. И поэтому, походу, нам придется потом это узнавать через какое-то количество обновлений. Так что просто сидим и гадаем. И ждем следующую неделю и обновленных андалузских лошадей. Так что всем пока, спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, ваши пожелания по поводу видео в ССО. Я буду рада, что вы вообще ведете со мной обратную связь. Это очень важно для меня. Вот, не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. С вами была я, Донали, и мой конь на сегодня — рунный шепот. Всем пока! Удачи вам!